Так, приехали за фурнитурой. Считаешь? Тут 40, да. Тут 40, не 50. Вот заехали возле Фашаня, отдел по фурнитуре. Ребята, которые приехали сегодня же и сделали, скажем так, закрыли сделку, да? 200 ручек в одном этом. 200 видов ручек. 30. Ты доволен? Я доволен, времени нет. А? Ну, мне неудобно, вы ждете, блин. Ну, ничего страшного. У них там чего-то нет, опять чего-то жаль. Ты напиши просто, Сережа. Я знаю, закрыли. Они, короче, когда, да, привезут остаток. 25 бокс. В общем, вот такой вот. А, кстати, а уровень цен ты можешь сказать? Уровень цен? Да. Ну, очень дешево. Разница вот в сравнении. Вот 26 рублей стоит. А здесь? А здесь 26. А дома? Ну, больше 100 в любом случае. То есть 4 разных, да? Фурнитура на любой вкус. А ты можешь мне эту курочку еще заказать 25 штук? Сразу подключились к сделке, да? Не, мне просто.